Здесь уже коляску, оказывается, терял, да? Не коляску, а вот башмак потерял, где-то ему одел, где-то спасибо, говорит, дальше поехал. В общем, сын полка здесь сейчас растет. Яр, поехали. Скорость не надо мне сейчас помогать, в принципе, сейчас мне надо коляску сделать. Мы уже дома, уже Яра поел, я уже убрала все, уже положила его спать. Да, он спит у нас на животе. И ноги всегда в тутарах. Бывают редкие дни, когда мы просто сильно перегружены и что-то тяжело. И тогда только, может быть, тутара я не одеваю, тогда, конечно, он может крутиться больше. Здесь он в основном в тутарах, ему сложнее перевернуться, только может перевернуться, если на спину. Ну и потом обратно меня зовет. Будет, может, я бы могла перевернуться обратно. А тогда, сколько он, 4 года, 5 лет, он уже вот так вот спит постоянно, каждый день, чтобы растяжка была на ногах. Мне сейчас надо обувь собирать, в принципе, я посмотрю, что я там еще постирала. Буду раскладывать. И хочу сегодня максимально хотя бы все раскидать по чемоданам, что оставить, что нам на дорогу только. И... Яр, ты спишь уже, давай. Сейчас коляску тоже подремонтировать чуть-чуть. А, то есть она как бы изначально, я не знаю, я не буду сейчас врать, потому что, ну, перед нами, которая девочка была, она там что-то ремонтировала уже, сама докручивала, потом они сдавали, потому что она перестала ездить, потом они что-то, в общем, исправляли. Поэтому не факт, я не говорю, что это прям кто-то сломается или из нас, но, опять же, я так думаю, что то, что мы оплачиваем все-таки по 400, по 500 рублей в сутки, это компенсируется все, на то оно рассчитано на то, что все-таки... на колясках ездят, коляски ударяются, они ломаются, где-то что-то. Но надо сделать, чтобы он завтра тоже мог полноценно проездить. И завтра я уже расплачусь до конца за сколько, да, вот дней. Поэтому и на зарядку ее поставить, чтобы тоже была. Потому что мы ездили сегодня вечером в город все. Но мы хотели посидеть в ресторане, где-то в кафе, но не стали потом, потому что ребята просто катались, ездили везде по городу. И для них это более такая, знаете, существенная, лучшая прогулка и более интересная. То есть, как бы они смотрят, они интересуются, они катаются. Но я считаю, что... Яр, я разговариваю, ты опять начинаешь? Что? Куда? Куда не пошли? Есть не пошли? А кто из вас поехал есть? Вы катались там? Что? Так потом мороженое Яра в ключ купила, и все, а Лера даже от мороженого по итогу отказалась. Сидела Цоя, там пела во все. Вот. Причем что так в голос. Громко. Ну, нравится ей петь. И у нее нет в этом отношении комплекса, я могу даже поэтому прикольно. У меня все, как вы говорите, комары здесь ужасные. Они кусают вообще безбожно, в таком количестве. И весь вечер, и всю ночь, и даже вот пока эти вот аттракционы мы смотрели, там они прям все, вот этот, где свет прям облепленный, я не знаю, вот в игровой, когда идешь к Яриком, когда на компьютер играет, там они тоже прям летают. Вот здесь у меня, наверное, такие все. Могу даже показать, если не верите, что комары здесь есть. Комаров дофига, но быстрее всего, потому что, в принципе, как таковой жара, сегодня, наверное, только вот уже 7, завтра июля, 6, 5, где-то вот 2-3 дня всего, только-только вот море, ну, не море, а само по себе воздух 32 градуса, и получается море только начинает прогреваться, оно было 20, но 22 там точно не было, потому что оно было один день 18-19, мне кажется. На второй день было, ну, может, сегодня, может, чуть-чуть будет теплее и все. А как таковой его не было. Таким сказать, что вот прямо она жарко, я не знаю, там куда пойдем. Как пойдем, пока ничего не могу сказать, ничего не планирую. Как получится. Ну, чего-то хочется куда-то, как... Куда-то попадем, я так думаю. Мне даже если нет, не видно, наверное, потом, может быть, покажу. Она даже какая-то кожа вся такая, знаете, стала вот, ну, от соли. Типа рябая такая вся, как будто бы крошками. Так что вот так, завтра будет сопровождение. Мы отсюда поедем на машине, а там должно быть наше сопровождение. Мы заказывать его надо через маломобильную службу РЖД за сутки больше. Но Андрей заказывал нам, чтобы они завтра должны позвонить, уточнить, и они будут встречать. И уже по вокзалу уже будут, ну, вот на перрон, я не знаю, как. Я пока еще все, честно, я не знаю, как они планируют. Потому что получается... А, ну отход поезда 17:10, быстрее всего. Если мы где-то в 4, начало 5, то, по идее, поезд уже должен будет подойти и стоять все-таки.
Ну, еще лучше, если будет стоять, сядем, уже спокойно с ним загрузимся и будем сидеть. С едой тоже не хотим ничего покупать дополнительно. У нас есть пюре, у нас есть две пачки. А, Вера, потом. Ну, когда мы приедем, тогда придет. Потому что у нас есть там две пачки этого. Ну, я не знаю, я пересмотрю завтра всю еду, которую у нас мы здесь брали. Я так думаю, половину надо повыкидывать сейчас, и чтобы завтра была свежая, что-то забрать, оттуда попробую со столовки. И ужин, и обед я забираю, то, что я буду кушать. То есть Яра поест свое, пускай пообедает, а мое второе я быстрее всего оставлю, чтобы можно было именно Яре на ужин. Ну, там получится разница пару часов. И мы записаем, и он поест этот именно ужином. И там что-то еще может быть. Все, я давайте буду закругляться, потому что, надеюсь, у нас дальше все получится, и все будет хорошо. Пока я сегодня уже прекращаю, то есть монтирую, потому что у меня нет времени на монтаж, но съемку я продолжаю. Буду снимать, буду максимально... Все, спи, потому что еще дело дофига. Всем спасибо. Спасибо за поддержку, спасибо, что вы с нами.